Да, на больничный. Вы заявляли, что вам угрожали и на вас давили. С какой целью все это делалось? С той же целью, с которой меня сократили с должности генерального директора. Как для вы того, чтобы... полагаете, вот вы ушли сейчас, ну, в общем, вы сейчас уже не работаете генеральным директором. Слово «ушли» условное. Тем не менее, угрозы вам будут или... Те люди, которые этого планировали, они добились. Сейчас угрозы получают мои заместители. Так. Сегодня мои заместители были вызваны в Министерство здравоохранения до утреннего брифинга. И им вдавило в форме давления, было предложено написать заявление срочно на должности заместителей главного врача. Для того, чтобы эти заявления показать на брифинге. А кто давил? Заместитель министра Толстанов. А в него есть особый интерес? Я говорю только то, что было. Я отвечаю за каждое свое слово и говорю только то, что было. Но мы, заместители, не можем зараз проверить информацию. Все заместители про те, что... отказались писать что заявление о переходе заступника генерального директора на место заместителя главного.